19 сентября на улице Шишкова в Твери в районе дома номер 97 в автомобильной аварии пострадали люди. Кто водитель и пассажир? Да, водитель. Вот Лады. Муж с женой. Муж с женой, да? Средней тяжести вы доставляете в больницу, да? В СМП, да. 9 дней. Ага, что, переломы? Нет, сотрясение. Сотрясение. Спасибо. На месте ДТП мы увидели две столкнувшиеся машины, хотя их было три. Рено Логан красного цвета уехал. Водитель не знал, что в аварии есть пострадавший, и поехал в ГАИ оформлять документы. Удар сзади и спереди в аварии получила Лада. Именно ее водитель и пассажирка пострадали. Здравствуйте, как ваше состояние? Столкнувшиеся машины с небольшой скоростью в потоке двигались по Бежецкому шоссе. Впереди Рено, за ним Лада, потом Мерседес. Я ехал, все начали останавливаться, соответственно, я тоже остановился. И не успел остановиться, и, соответственно. По словам очевидцев, на пешеходном переходе неожиданно оказался человек. Вышел из леса. Водитель Рено резко затормозил. И вслед от удара Мерседес в Рено влетела Лада. В Кимрском районе области задержали подозреваемого в убийстве своей жены. Женщина пропала 3 месяца назад. Следствием установлено, что в период с 29 июня по 5 июля мужчина 81 года рождения, находясь дома в деревне Горице, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, жестоко избил свою 32-летнюю жену. Потерпевшая скончалась на месте. Желая скрыть содеянное, подозреваемый закопал тело недалеко от дома. Сообщение о бесследном исчезновении женщины поступило в правоохранительные органы 7 июля. В результате совместных слаженных действий следователей регионального следственного комитета и сотрудников полиции подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. В ближайшее время следователями СКР планируется предъявить ему обвинение в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается.